Концепцию строительства торгового центра под окнами штаба флота над Екатерининским сквером прокомментировали в правительстве Севастополя. Департаменты архитектуры и градостроительства и экономического развития предоставили ответы на информационные запросы телеканала НТС. Исходя из предоставленной информации, становится ясно, до возвращения в состав России этот участок был сформирован под строительство 4-5-звездочной гостиницы. В 2017-м правительство заключило мировое соглашение с арендатором, на основании которого землепользователь в течение 3 лет должен был построить на этом месте многоуровневую парковку. Далее цитата. «На сегодняшний день на основании комплексного анализа территории, по мнению Департамента архитектуры, для реализации инвестиционного проекта строительства многоуровневого перехватывающего подземного паркинга с элементами торгово-развлекательного центра потребуется разработка и принятие комплекса документации, позволяющей обеспечить исполнение требований и ограничений, установленных действующим законодательством. В этом перечне изменение функционального зонирования территории, установленного генеральным планом города, разработки документации по планировке территории с обязательным вынесением ее на общественные обсуждения либо публичные слушания. Разработка научно-исследовательской документации для соблюдения требований Федерального закона об объектах культурного наследия и приказа Минкульта об историческом поселении и разработка проектов, устанавливающих ограничения при проведении работ в местах расположения и в охранных зонах сетей инженерно-технического обеспечения». Снова цитата. «До настоящего времени инвестиционный проект строительства многоуровневого перехватывающего подземного паркинга с элементами торгово-развлекательного центра для рассмотрения его на заседании архитектурно-художественного совета города Севастополя в департамент не поступал. Какие-либо документы, разрешающие строительство вышеуказанного объекта, департаментом не выдавались». Такая же информация содержится в ответе Департамента экономического развития правительства Севастополя. Напомним, 20 января телеканал НТС сообщил о том, что в Севастополе появилась угроза появления огромного торгового центра с парковочной зоной прямо в историческом центре города. По данным нашего источника, строить и эксплуатировать ТРЦ будет общество с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик «Море-центр». Причем делать все это хотят в рамках свободной экономической зоны, участником которой компания уже стала.